Содержание дворовых и общественных территорий – одна из важных тем, которую обсудили на брифинге в администрации муниципалитета. За первый квартал текущего года в этом направлении была проделана масштабная работа. В рамках зимнего содержания проведена уборка снега и наледи с дворовых и общественных территорий, заливка и последующее содержание 37 катков. На данный момент к весенне-летнему периоду уже переоборудовали технику, оснастили подрядные организации необходимым инвентарем для содержания территорий. Кроме того, осмотрены детские игровые площадки на предмет выявления дефектов и поломок. Контроль за выполнением работ по уборке дворовых территорий, тротуаров, внутриквартальных проездов, детских площадок, контейнерных площадок ведется через мобильное приложение проверки Подмосковья. На 2023 год в округе запланировано благоустройство общественных территорий. Это скверы возле памятника воинам-землякам в деревне Жуковка и на Интернациональной улице в Одинцове. Также в этом году отремонтируют 49 детских игровых площадок, а 9 установят по программе губернатора Подмосковья. Также одной из важных тем, которые обсудили на брифинге, стала социальная газификация. Программа газификации сделана бессрочной, поэтому можно к ней в любой момент присоединиться и осуществить газификацию своего строения. Основное требование – это чтобы дом был зарегистрирован должным образом, на него были документы на собственность и на земельный участок тоже. На территории округа активно реализуются государственные и муниципальные проекты, в том числе связанные с объектами ЖКХ. Одна из них – программа по модернизации коммунальной системы. На территории округа будет отремонтировано 36 километров тепловых и 18 километров водопроводных сетей. Большое внимание уделили и ремонту подъездов многоквартирных домов. Из 6200 подъездов отремонтировали уже 3300. Также на этот год планируется ремонт, профилактика и модернизация других объектов ЖКХ. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».